Термоядерный приветик, с вами товарищ Атомный, и мы продолжаем проходить игрушку всех командиров и программистов кода Combat. В прошлой серии мы сражались с нашим магом-библиотекарем, сегодня мы возвращаемся в... И на самом деле это начался период уже боя и унижения. Потому что теперь становится действительно сложно. Вот бегство в Каньяне. Нам нужно убегать сейчас от Яка. И если раньше я очень достаточно легко проходил все, было возможно это делать, то теперь нереально сложно становится. Я даже не знаю, смогу ли я много проходить здесь. Есть пара простых правил для выживания среди бегущика. Постоянно продолжать двигаться вправо. В исходном коде это, за это отвечает Hero Position X плюс 5. Вычитай 3 из Y, если Яки выше героя. Enemy Position выше героя. Position Hero Position. Прибавляй 3. Ага, то есть нам, наверное, тут вот что неправильно, что мы стояли на месте. Попробуем тогда вот эту постоянно использовать. X-POS. Или давай вот так. Плюс 5 мы ставим. Тут плюс 5, и тут тоже плюс 5. Плюс 5. И Hero Move XY. Конечно же, плюс 5. Вот так вот. Ну-ка, запускаем и смотрим, как это работает. Мы почему-то застряли на месте и пошли. Снова нам начал Як давать поджопники. Наверное, потому что нам не надо вот этого делать. То есть давайте закомментируем позицию Y. Вот это закомментируем. Вот так вот. А здесь не Y position, а запишем классику. Hero pos XY по Y. Позиция по Y. Давайте теперь так смотрим. Он вообще не идет. Ага, потому что у нас есть Y position. Ну, а вот так. Position Y, Position Y. Запустить. У тебя должен идти. Все, он пошел нормально. И постоянно уходит в сторону. Да. Молодец, пока не застрял. Все, пошел дальше, снова застрял. Отлично. Ну-ка, завершить. Ну, можно... А, нет! Вот они дали ему звездюлей. А почему? If enemy position меньше Y. Да, мы всегда идем position плюс 5. Хорошо, если мы вот это тоже закомментируем и будем двигаться только... Ну давай тогда else мы добавим здесь не if enemy, if... Если есть врага... А вот здесь else, если врага вдруг нету, мы идем вот так, hero move xy плюс 5 и вот так вот в принципе. Давайте запускаем. Он уже не может идти дальше. Что-то я не понял. Вычитай 3 из Y, если Яки выше хорошо. Хорошо, давай тогда поставим 17 здесь. 17. Вот так, запустить. Он все время уходит. Непонятно. А если мы Y-POS
ставим. И добавляем здесь вот стандартный, который был. Это, наверное, возвращать его к стандартному положению. Двоеточие. Запустить. Смотрим. Хорошо, тогда давайте не будем здесь ничего менять. Hero Position X остается. А вот здесь Post плюс P запустить. Нет, он все равно к Яку подходит, и Як его пинает. Вот смотрите. Если есть враг, то он не идет вперед. Плюс 5. Продолжаем двигаться вперед. Нам нужно всегда двигаться вперед. А тут 17. Запускаем. Как теперь он идет? Нет, Яки все равно его пинают почему-то. Пёлы-палы. Советы, что у нас есть. Постоянно продолжать двигаться вправо. В исходном коде отвечает Hero Position. Да, плюс 5. Вычитает 3 из Y, если Яки выше героя. Enemy Position. Y выше position Y героя. Он и смещается вниз. Если Яки, то вверх. Помни, что Y влияет на вертикальное расположение. Уменьшение числа означает смещение вниз. Увеличение вверх. Так что если enemy position больше, чем, значит враг выше героя. Следовательно, герой не... Ну, position Y выше. Больше position Y. Значит, враг выше героя. Следовательно, герою нужно вниз, чтобы избежать врага путем уменьшения Y пост. Если меньше, да, то увеличивается. Все правильно. XY. А position on the map is registered as two numbers. Ну понятно, это про координаты рассказывает. Но тут не работает оно так. Тут он работает как-то по-странному. Мы можем вот так записать. Просто. Ctrl-C и Ctrl-V. И не надо нам ничего еще придумывать. Вот смотри, он отступил. А потом он снова поднимается вверх. А нам нужно один раз отступить и все. И больше не двигаться. Он возвращается наверх, и когда он возвращается наверх, его снова лупят. То есть вот это у нас что-то не так работает. Вот это не так работает. Давайте запишем такие else. Иначе else. Вот, вот это условие. Запустить. Но тогда он постоянно идет вниз. А нам это не надо делать. Тогда давайте здесь меняем. If hero position Ctrl-C. If hero position меньше. Давайте запомним. За 6. То что мы делаем? Мы увеличиваем на 3. And hero position Y меньше 17.
даже не 17, меньше 14, вот так вот будет. Вот этот пока закомментирую. Меньше 6, и hero position меньше 14, и что мы делаем? Мы прибавляем. Только не end. Хотя да, смотрим теперь. Вот он идет так. Все нормально. Пока идет все нормально. Так, противники должны пойти потом с другого фланга. Вот он ходит непонятно как. Но идет. Если раньше он застрял, то теперь он идет. Не понял, завершили. Мы таки прошли миссию, смотрим. Ага, нам нужно точно так же сделать со случаем, если табун идет вообще сверху. Только у нас там какие координаты? Где координаты посмотреть? 17, ну пускай 34. Значит, больше 30 и больше 17, больше 20. Hero минус, вот так вот, минус 3. Вот теперь должно быть интересно. Завершить. Пошли. Так, герой спустился вниз, и теперь он будет идти внизу. Нет, яки все равно его выбивают вверх. Так, значит, нам нужно, если враг... Ну, каждый раз, понимаете, в чем прикол? Каждый раз, как яки попадаются, то он двигается... ниже. Значит, нам нужно другое условие. Нам нужно условие усовершенствовать. У нас, если враг позиция Y больше, то мы вниз идем. Но тут еще надо дописать and и Hero pose. Pose.y. У нас больше, а он идет меньше, значит. Больше 17. Больше 16. То тогда он идет. А тут у нас... меньше. Кстати, а ну запускаем, что это будет у нас. И он стал. Пока непонятно. Если позиция врага больше, чем позиция Y, то у нас он вниз, идет вниз. И hero position больше 16, то hero move XY, а здесь hero pose Y просто остается. Hero pose Y. Здесь вот так вот. Hero pose Y. Все, теперь должно идти нормально. А ну. Запустили. Все, он идет снизу все время. Вот у нас яки снизу подходят. Но он не отходит вверх. Потому что врага позиция равна. If enemy position
меньше hero position y, и hero position меньше 16, то плюс 3. Или давай плюс 6 даже. Плюс 6, вот так вот, запустить. Хорошо, значит, здесь еще добавим OR. Вот так. И у нас здесь знак равенства будет. Вот это вот так вот, по крайней мере, в других языках программирования можно было так делать. Все, он пошел. Есть! Ушел от атаки. Отлично! Что мы сделали? Мы еще условие «если равно» записали. Здесь тоже надо было равно дописать вообще-то, улучшить условия, то есть вот здесь вот так вот надо улучшить. Усложнили, да, сделали? То есть логические условия они реально усложняют. Смотрим, как работает. То есть герой идет. Нет, яки начали атаковать. Пропустить. Хорошо, давайте отнимем вот это. Упростим тогда. Не будем пока с вот этим заморачиваться. Здесь ор, здесь вот так проще будет. Завершить, смотрим. Герой идет, ушел от наших яков сверху. Идет спокойно. Спокойно, спокойно. Никаких вопросов. Ничего не делает. Так, вот яки на одном уровне. Он перешел снова вверх. Шикарно. Да, прошел все. Конечно, слегка мы я замудрил, но тем не менее получилось. 131. Пришли. Хотя, честно, мне не нравится тот код, который мы записали, потому что он глючен. Вот смотрите. Может же быть условие, что он вверх ушел, и вдруг на одном уровне с ним як. И enemy position y больше этого, то у нас вниз идет. И hero position больше 16, то он уходит вниз. Ладно, нормально, работает. Работает и ладно. Хорошо. Дорога Старвина. Пока ищешь воду, опасайся разведчиков Огра. А теперь мы зададим еще... Я задаю следующий вопрос по нашему психологическому тесту, который в течение уже третьей серии я как интерактив веду со своими зрителями. В конце, те, кто прошли весь тест, я дам ответы на психологические некоторые особенности, черты зрителя конкретно, который проходил этот тест. Значит, мы остановились на том, что оазис, напились возле оазиса, что делать дальше. Значит, идем дальше, снова идем долго по пустыне. И встречаем, представляете, еще один оазис. Вот что бы поделать, вот был один оазис, и вот второй оазис, вот мы его встретили. Но и вы снова истощены, да, вы шли, но такие долго и упорно, снова хочется пить, хочется есть, вы истощены, он тоже истощен, но у этого оазиса уже есть проблема. Дело в том, что у оазиса стоит табличка, на которой написано, что вода отравлена. Как вы будете выбираться из этой ситуации? Что вы будете делать и как решать этот вопрос?
Пишите внизу в комментариях, какие ваши ответы. Ну а я продолжаю мой поход по пустыне по дороге Сарвина. Пошли играть. Герой должен выжить, дойди до оазиса, победи разведчика Фога. Если видишь врага, атакуй его, иначе двигайся вверх и вправо. Движение вверх выполняется увеличением позиции, а вправо позиции X. Понятно. Теперь мы ходим наискосок. Иди к оазису. А вот я тоже иду к оазису, ребята. Пока вы пишете ответ в комментариях, я иду к оазису тоже. Но у меня нету лошади или верблюда. Иди к оазису, опасайся новых врагов, разведчиков-огров. Ага. Иди по диагонали вверх-вправо, увеличивая текущие координаты X и Y. Атакуй найденного врага. Ну давайте начнем enemy. Zero find nearest enemy. If enemy. Двоеточие. Hero. Атак. Атак enemy. Но раньше мы еще напишем if enemy and hero is ready. Клик, конечно, у нас надо готов убить, то клик давай. Hero клик. Enemy. Хотя можем. Иначе, если не продолжает двигаться вверх. Ну, значит, else у нас. Вот еще move x, y, hero, точка, pause, точка, x, плюс 5. Вот так вот у нас будет точечка. И, конечно же, здесь hero, точечка, pause, точечка, y, это координаты героя, тоже плюс 5. Пас мы убираем, у нас не надо загрузки. Тестируем, что у нас неправильно запятые, где у нас что неправильно. Рубанул, все хорошо, пошел дальше. Мочканул. И пошел снова дальше. Хорошо, тут есть враги. Сделал пив. Оу, нет. Разведчиков иди по диагонали, увеличив текущие координаты x, y. Так, еще раз. Если видишь врага, такой его, иначе двигайся вверх вправо. Движение вверх выполняется по. Ага. Начни с поиска ближайшего врага. Но это я делаю. Выполни проверку. Если враг существует, защищай себя атакой. Создай две переменные для хранения позиции героя. Зачем? Наконец, двигайся в направлении оазиса перемещением x и y на 5. Ну так и было. А что не так? Вот я ударил его. Я зарубил его. И пошел дальше. Все нормально прохожу. Выходит два огра, которые меня и рубят. Меня рубят в конце вот эти монстры. Я не могу ничего сделать. Хорошо, давайте клив закомментируем и не будем морочиться с кливом. Просто он будет атаковать. Запусть. Давай, завершить. Пошли, он просто рубит. Есть, зарубил и пошел дальше. Зарубил и пошел дальше. Отлично. Здесь выходит два врага, которые его убивают. Они просто его убивают. И никак не получается его мочкануть. Да иди до оазиса. Мне просто не хватает здоровья, что ли? В этом причина. Причина в том, что не хватает здоровья. Так, health. Health max. Has effect. Max health. Post gold. Funny, same message. Так, я не могу пока пройти. Давайте. Мне либо атаку нужно выше.
Либо нужна больше этого самого, обороны, защиты. Ну а что мне взять? Я взял вот этот. У нас есть за 280. Это к рейнджеру идет все. Шлем есть за 140. Жизнь плюс 56. Будьте осторожны. Ну не знаю, хочу ли я взять шлем, например, 140. Стальной нагрудник можно взять. 208. Стальной шлем за 440. Серьезно, не хочу. Жаба давит. 89. Жизнь плюс 8, скорость плюс 2. Метод XY. 89. Есть за 100 вот ботинки. Скорость плюс 22,5. Он быстрее ходит. Так, это совершенно. Но это дает здоровье, да? Жизнь плюс 8. Вот такой. Есть обсидиановый нагрудник. Плюс 476 здоровья. Серьезно, я не очень-то хочу тратить. Составные ботинки. Скорость 2. Макс спид. Насколько быстро Хиро может передвигаться в метрах в секунду. Move. Для спрайта Хиро перемещается спрайт Хиро на один шаг. Ага, тут уже другие есть такие позиции. Так, и есть вот за 270 защитные ботинки. Скорость минус 2. Макс спид то же самое. Это зачем? Скорость плюс 1,5. Но у нас есть за 7 скорость плюс 2 jump to. Прыгнуть к указанному юниту или координатам. Позволяет вам прыгать дальше и чаще. Интересные ботинки. Есть с 66 уровня. Скорость у них 2, но у него есть move, max speed и jump to. Самые классные, походу, ботиночки. Ну, такие имеет смысл взять, потому что у нас 22 уровень, мы не скоро будем до 6. Да, я беру эти ботиночки, несмотря на то, что они дорого стоят, они подойдут, они хорошие. Значит, ботиночки мы взяли. Может, щит использовать? Вот так взять вот этот римский щит, где у нас есть оборонительный щит пехотинца 46 за 230. Или грубый щит за 300. Урон 18,6, урон 6. Жизни плюс 75, плюс 85. Чуть больше урона. На 70 больше. Грубый щит. А какой у нас следующий? Щит пехотинца есть. Еще на сотню больше. Жизнь плюс 97. Блокирует уже половину урона. Но у него нет урона. Да? А атакующий вот у нас только стальной ударник пойдет. Плюс 198. Давайте возьмем грубый щит. Шип. Вот этот. 85 жизней. Он стоит более или менее. Пришлось нам потратиться, потому что с этим здоровьем у нас не получается пройти. Надеваем наш новый щит. У него есть урон Bash. И надеваем новые наши ботиночки мега крутые. Скорость плюс 2 с новыми способностями. Указанному юниту или координатам. Теперь мы можем прыгать. Просто звери. Погнали. Герой должен выжить. Жалко, он скорость не увеличит и не дает здоровья, как другие ботиночки. Начинаем. А значит, мы не будем клив сделать. Из Ready у нас будет другой навык. У нас есть Shield Bash. И нам нужно действие Bash. Здесь. Bash. Значит, Hero Bash мы будем задавать ему. Лупи его. Bash. Enemy. Вот так вот. И что еще он Hero Shield может использовать, да? Hero Shield. Вот так вот. Сделаем. Давай смотрим теперь, как оно будет. Я его оттолкнул, ударил и пошел дальше. Теперь должно хватить здоровья. Потому что я оттолкнул и защитился. Смотрим, хватит ли теперь здоровья. Одного я забил. Ну, есть. Хватило здоровья. Все. Да. Отлично. Почему я тот щит взял? Потому что он и здоровье прибавляет. Он дает новый навык атаки. И он защищает больше. Он почти половину урона забивает. Поэтому стоит его взять. Это те навыки, которые могут пригодиться. И у нас появились сразу несколько задач. Значит, охотничья долина. Здесь
приятно охотиться, только если ты не добыча. Ага. Двойные интервалы. Монеты слева, огры справа. Если только есть только один ответ. И это заборы. О, это, наверное, строить придется снова. Перекрестки. Торговый форпост Сарвен осажден противником. Не, мы должны отбить его. Защити его, проверяя нападение атакующих охров. Защити, проверяя направление атакующих огров. То есть направляются ли они на аванпост или не направляются. Ясненько. Ясненько. Ну, в принципе, мы здесь уже прошли чуть-чуть. Как видите, замедлилась темп нашего прохождения. Достаточно серьезно заметился. Я бы так сказал бы. Прям ощутимо. Ну, вот так вот происходит оно. С вами был товарищ Атомный. Оценивайте видео, комментируйте. Рекомендуйте своим знакомым программистам, если они у вас есть. Ну, если нету, то не рекомендуйте. Что же, отвечайте на вопросики по психологическому тесту, которые есть ранее в видео где-то сказаны. А я желаю вам арбалетец. На этой прекрасной ноте мы заканчиваем.